Масштабное всемирно известное производство, солидная техническая база, стабильно высокий доход, возможность участия в реализации амбициозных проектов. Компания «Славянка» приглашает на работу. Здесь гарантируют равные возможности для обучения и развития, личностного и профессионального роста в интересах самих сотрудников и долгосрочного развития компании. Группа компаний «Славянка». Сегодня это одно из крупнейших предприятий кондитерской отрасли России. 4 производственные площадки успешно развиваются в Старом Осколе, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ульяновске. В 17 цехах работают более 4000 человек. Неизменно высокий потребительский спрос рождает все новые вакансии. Здесь ждут тех, кто заинтересован в достойной заработной плате и профессиональном развитии. Специальных навыков работы не требуется. Мы с удовольствием обучим каждого всему, что необходимо. Уровень заработной платы колеблется в зависимости от профессиональных навыков, квалификации сотрудника, разряда выполняемой работы. Интервал заработной платы для сотрудников низкой квалификации колеблется от 25 до 35 тысяч рублей. Средней квалификации могут получить свою зарплату от 35 до 50 тысяч рублей. Ну и, соответственно, сотрудники высокой квалификации получают заработную плату от 50 и выше. У нас очень удобные графики работы. Благодаря открытой, прозрачной системе начисления зарплаты сотрудники могут в режиме онлайн посмотреть предварительный расчет. У нас действуют эффективные программы профессиональной подготовки и обучения на рабочих местах, благодаря которым всего за 2-3 недели можно освоить работу на высокоразрядных местах. Наряду с масштабным кондитерским производством «Славянка» гордится собственным автопарком. Сегодня в нем более 200 единиц техники. В последние годы он увеличился на 50 единиц за счет новых большегрузных машин «МАН» и «Мерседес». В настоящее время ожидается поступление еще 30 новых автомобилей «Исузу». Я работаю недавно в компании «Прекрасные условия», есть возможность заработать. У нас новые автомобили, что делает работу более комфортной. Достойная заработная плата, я зарабатываю 70 тысяч рублей. И, как показывает практика, это еще не предел. Солидная техническая база и стабильно высокий доход – это главные конкурентные преимущества компании «Славянка». По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров по адресу улицы 1 Конной Армии, 65, в будние дни с 8 утра до 17:00. Телефоны для справок в Старом Осколе – 378-666, 378-676. Анна Семенова, Алексей Грачев, Илья Самсонов, 9 канал.